Друзья, давайте проверим, насколько вы быстрые. Нужно поставить лайк, подписаться на мой канал и написать абсолютно любой комментарий. Если вы справились ровно за 5 секунд, тогда вы самые быстрые и самые крутые. Спасибо! А спонсором моих видеороликов является компания 1xBet, где высоченные коэффициенты, быстрые выплаты, круглосуточная поддержка, а также с помощью моего промокода на сайте 1xBet я сумею подарить каждому из вас по 6500 рублей. Всю нужную информацию ты сумеешь найти в закрепленных комментариях, а также в описании. Всем вам хочу пожелать удачи! Именно для вас, мои друзья, Pegasbet создали нереальный телеграм-канал, там где вы сумеете зарабатывать до хрена бабок. Так что как можно скорее переходите по ссылочкам в описании, там вас ожидают самые лучшие прогнозы. Жду. Как можно скорее переходите, ну хватит уже медлить, переходите! Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад Кабоса. Пока у нас в FIFA Mobile нету ни единого события, в PES Mobile у нас вышли новые наборчики, с помощью которых мы сумеем усилить наш состав. И, кстати, это состав, который вы сегодня увидите перед собой, я его разыграю для вас. С вас лишь обязательно подписка на мою группу, поставить здесь огромнейший лайк, написать абсолютно любой комментарий вот там внизу, результаты на прошлый ролик в конце видосика, ну и самое главное... Обязательно подпишитесь на группу ВКонтакте, там все будет самое важное для вас, там онлайн-трансляции всех матчей, так что обязательно подписывайтесь. Все условия будут проверяться перед тем, как я буду отдавать вам этот аккаунт, так что, ребята, обязательно подписывайтесь. Кто же у нас здесь доступен? Лионель Месси, Эден Азар, Суарес, Гризман, Пике, блин, Серхио Рамос, Бускетс, Модрич, офигеть, просто откуда такие бешеные игроки? Ну-ка давайте посмотрим, кто самый-самый-самый такой... Это что, типа, худший игрок, который может выпасть, это с рейтингом 80 или что? Это ничего не особо понял. Ладно, давайте откроем. Я уже в предвкушении того, что мне сейчас выпадать топы будут. Так, подписать. Тратим, тратим джишки. Ну и посмотрим, кто мне в самом начале выпадет. И... Какой мяч у нас? Какой мяч? Ничего себе, ничего себе, ничего себе. Черный мяч! Сразу же черный мяч выпадает! Да, ну ладно! Как так? Откуда во? Откуда во? Хименес, 85 рейтинг, центральный защитник. Офигенно просто, ребята, мы открываем и открываем. Этот аккаунт я разыграю одному из вас. С вас лишь обязательно подписка на мой канал, поставить здесь огромнейший лайк, написать абсолютно любой комментарий. Также ссылочка на группу ВКонтакте внизу. Давайте, давайте. Блин, прикиньте, Лионель Месси сегодня выпадет. Это кто такой? Это кто такой? Кто это? Да ну ладно, ни хрена себе. Блин, на самом деле не поверил бы, что Артура Видаль может выпасть. Блин, да что за наборы такие бешеные? Артура Видаль выпадает. Игрок Барселоны. Я даже не знаю, о чем сказать, ребята, это просто мощные наборы. Почему в FIFA Mobile такого нету? Чем мы хуже игроков, которые играют в PES Mobile? Почему такая несправедливость? Я вообще не понимаю. Это просто жесть, вот реально жесть. Открывайте набор и не знаю, что вам еще сказать. Блин, кто же это? Это Реал Мадрид, что ли? Или не? Это Назар, что ли? Это что, это Назар мне выпал? Это что, это Назар выпал 91 рейтинг? Да ну ладно! Да ну ладно! Такое вообще возможно, скажите мне, это Назар! Не могу на самом деле кричать, час 11 часов ночи, блин, ну такого я явно не ожидал. Прикиньте, если вдруг сейчас мне Лионель Месси выпадает, то все, можно заканчивать сразу этот пак опенинг. Вот реально, это нереально крутые игроки здесь выпадают. Майклаб, давай, 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 давай. Номер один. Номер один. Ну, рейтинг 80. Слабенько, слабенько. Но все еще я в поиске карточки Лионеля Месси. Я надеюсь на то, что и вправду сегодня тот самый день, где я должен обрадовать каждого из вас. Рейтинг 91 мы уже словили. Ищем максимальный рейтинг. Не, ну золотой мяч. Начо. Ну, 82 тоже неплохо. Как же мне хотелось бы, чтобы мне сейчас Лионель Месси выпал. Это самый жесткий игрок, который здесь может выпасть. Я не знаю, есть ли жестче игроки, чем Лионель Месси здесь. Я что-то не понял особо. Это что, игрок это Испания? А Радамель Фалькао? Галатасарай? Вот вопрос.
Испанская лига, это ж, ну, не Галатасарай, это ж явно не это, не испанская лига. Откуда это? Он мне выпадает, мне просто интересно. Блин, ну удача, пожалуйста. Реал Мадрид снова, видимо. Ну, золотой мяч не особо круто. Все реально, что, типа, главное черный мяч, типа, если золотой выпал, то так себе, типа, это не супер круто. Диас, да. Обязаны свои сегодня еще нереального игрока. Но Ден Азар это уже достижение для меня. Ну, не то совсем, ни туда, ни сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Кстати, вам Эден Азар остается в этом составе. Кто это? Кто это? Кто это? Давай, Леонель Месси, прошу, прошу, прошу. Блин, Пике! Пике выпадает! Охереть! 90 рейтинг, еще и Бускетс! Серхио Бускетс! Это что за наборы такие? Да что такое сейчас? Просто нереально, два игрока Барселоны выпадает сразу же. Да ну ладно. Охренеть, два черных мяча, два. Ребята, это нереальный фарт сегодня, видимо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у вас самый крутейший улов, который у вас был за все это время. Кто-то аргентинец нам когда выпадает, я вообще не могу понять, почему аргентинец нам выпадает. Открываем испанскую лигу, а почему-то выпадают игроки из, ну, совсем не испанской лиги. Какой-то, знаете, чуть наебчик есть от Konami. Я такого лично не ожидал от Konami. Я думал, что все будет честно, но... Если что, поправьте меня, пожалуйста. Возможно, я в чем-то не разбираюсь. Ведь я не особо часто играю в PS Mobile, но ничего, сейчас мы как раз подправим это все. 25 тысяч джишек. Давайте, давайте, давайте. Обязаны затащить. Давай, Леонель Месси, Барселона. Ну нет, Тибо Куртуа выпадает. Тибошечка, Куртуа. 13 номер. Конечно, 13 номер, да не особо хороший номер. Ой-ой-ой. Тибо Куртуа. 87. Нифига себе, бренд. Вместе с ним. Шикарные, конечно, наборы. Остается еще у нас совсем чуть. 5 наборов мы, даже 4 набора мы можем открыть и все. Всего лишь 4 набора. Последний шанс на то, чтобы я получил карточку Леонеля Месси. Кто этот вратарь такой? А ну-ка, что это за вратарь? После того, как мы откроем эти наборы, я вам сразу же показываю этот аккаунт, чтобы вы понимали, о чем идет тут речь. Ведь аккаунт реально мощный. Ну не то совсем. Совсем не то. Ни о чем. Такой самый худший набор, походу, что мы открыли за все время. Блин, ребята, вы можете себе представить, сколько вам много игроков достается на этом аккаунте? А вам все лишь нужно подписаться, поставить лайк и написать абсолютно любой комментарий. Это изи просто. Просто изи. Ну что, закрою глаза. А вдруг сейчас Konami решит меня обрадовать? Ну нет, явно не решат меня обрадовать. Диего Карлос. Ну, хорошо, хорошо, но слабо. Отлично, но хотелось, конечно, карточку Леонеля Месси. Все, это моя последняя попытка. После этого ничего больше не сумею предпринять. My Club. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не фартануло немного. Совсем чуть-чуть. До лучшего игрока. Вот такие вот у нас дела, друзья. Что вам еще сказать? Наборы интересные. Мы получили одного из лучших игроков. Это Эден Азара. Посмотрите просто, кого мы сумели получить. Эден Азара. Пике. Серхио Бускетс. Куртуа. Артуро Видаль. В этих паках еще доступно множество топовых игроков, но, к сожалению, их мы не сумели получить. Ну ладно. Сейчас я вам покажу состав, который вам достанется. Управление командой. Ну что скажете, ребята, как вам этот состав? Вот такая вот заменка у нас.
Я уверен на все 100%, что вам нужен такой аккаунт. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите крутые комментарии. Ну а с вами был, как всегда, ваш Влад Капуста. И всем вам до скорых встреч. Всем пока!